Коротко о погоде. Туман, туман, туман. Холодно и слякотно. Леса вообще не видно. Соседние здания тоже не особо. Такая погодка у нас. Землекопы работают, разбудили меня. Свет не заря, еще 7 утра не было. Сейчас соберусь, пойду Сабе гулять. Один туман. И пар изо рта идет от холода. Не пойму, где Абе спряталась на диване. Тут ли она вообще? Вот она. Вот один хвост. Ну что это такое? Невозможно ее найти. Ты где спряталась? А? Звезда экрана. Только нос шевелится. Что ты вынюхиваешь? Это ж надо такое. С одной стороны плед, с другой стороны. Давай диван убирать будем. Закругляйся. Вставай. Пока без спит, решила вам с утра снять видео по поводу парфюм. Меня спрашивали. Поэтому у меня их немного. Наверное, на последнем месте из тех, что я пользуюсь, это вот эти два вида парфюм. Hugo Boss. И вот эти. Потом крайне редко я пользуюсь, хотя они мне очень нравились. Такие Mercedes и Escada. Ну, а те, которые я действительно люблю и постоянно покупаю, это такие вот Dolce & Gabbana. Правда, покупала последний раз маленький объем, думала на работу поставить. Но забрала домой. Нравятся они мне очень. И Шанель. Два вида. Самое лучшее для меня это зеленая Шанель. Они мне какое-то настроение создают. Ну и Dolce & Gabbana. Так вот, у меня не сильно много и... Честно говоря, я пока не планирую больше на парфюм тратить деньги. Это совсем не экстренные покупки. Утро моего выходного дня. Сижу, учу немецкий язык. Абе греет мне ноги вместо грелки. И периодически читаю комментарии ваши. Такой есть там комментарий по поводу того, что можно купить домик в деревне за 2000 евро. Комментарий неплохой, хороший. И вроде кажется, все так реально. Но на самом деле есть очень много «но». Что я буду делать в этой деревне? С одной деревни в Швейцарии перебраться в другую деревню. Где я там буду работать? Ну, это как уйти в какие-то отшельники разве что. Для того, чтобы ездить на работу или еще куда-то, должна быть машина, должны быть права. Плюс какие условия в этом домике за 2000 евро? Тоже с туалетом на улице зимой ходить, ну, как бы, кто любит такой экстрим и такие условия, да, пожалуйста. Эти условия совсем не для меня.
Печь с дровами тоже совсем не для меня. Ремонт делать я вряд ли смогу. Тут вот у меня батарея перестала работать в квартире. Не знаю, как воду спустить. Ни ключей, ничего нет. Кому обратиться? Понимаю, хаос варты. Но мне же тоже как бы не очень хочется этих людей напрягать. Скорее всего, что вряд ли он это сделает, потому что когда я заселялась, уже тут одна батарея не сильно работала. И тогда это описывали, а теперь уже и вторая батарея не работает. Надо выпускать воздух, там надо специальные ключи, чтобы открутить это все. И кто это делает, кто этим занимается, не знаю, возможно, есть смысл написать в Гемайнд и поинтересоваться. Ну, короче, этот домик, который вы написали, это... Да, это домик с огородом. Но помимо огорода ж я тоже хочу что-то, жизнь какую-то видеть, а не сидеть только дом, огород и дом в виде сарая. Ну, в каком я буду состоянии душевном? Это не мое. Поэтому спасибо за ваш совет. Возможно, это кому-то подойдет больше. Если бы этот домик был где-то, к примеру, в Испании или в Португалии, на берегу моря, рядом с каким-то прям на окраине курортного городка, где можно было устроиться, работать в отеле, плюс огородик и домик, то, ну, может быть, приличными нормальными условиями, да. Но я не хочу целыми днями сидеть дома, поэтому как-то так. У Аби послеобеденный тихий час на свежем воздухе на балконе. А у меня куча домашних дел. Вечером немецкий язык учить. А у нас такая шикарная погода. По-осеннему тепло, не холодно, солнце пригревает. Балдеет солнечные ванны. Пока я квасила капусту, Аби тут свои порядки наводит, гавкает. Нельзя, прекращай. Ты чего? Некрасиво так. Свои порядки наводит на балконе, ругается. Готовлю пасту с грибами, и для пасты буду делать, зажариваю грибы, вешенки и шампиньоны у меня на сливочном масле. Не добавила немного сливок, сейчас отдельно сварю спагетти. Такая паста у меня вышла с грибами. В сливочном соусе, и добавила я еще немного сыра моцареллы. Очень-очень ароматно получилось. Надеюсь, так и вкусно будет. На обед у меня сегодня картофель запеченный с моцареллой и чуть-чуть зелени и специй с рыбой. Салат себе сделала. Квасила капусту и захотелось сделать с остатка капусты такой вот салатик. Просто обычная капустка, огурчик, лук, укроп, немножко уксуса, сольки. Уже попробовала, вкусно. И немного фруктов. Такой у меня обед. А тем временем... Служба идет, солдат спит. Ничего и не надо. Уже покушала. У нее была отварная говядина на обед. Притащила себе в лежанку свою игрушку любимую. И все.
чем я и положила тут на коврик ее вкусняшки. Думала, она что-то из этого возьмет, или печенюшку, или мяско. Как положила, так оно и лежит. Читая вот эти новости наши, где Верховная Рада приняла закон о том, что нельзя собирать ветки. Ну, как раньше было, что в лесу нельзя там пилить деревья, собирать ветки. Там многих людей, к примеру, на Западной Украине, возможно, еще есть печное отопление или бани на печном отоплении. Ну вот нельзя собирать ветки, рубать деревья. А это теперь уже новый прикол. Уже нельзя собирать ни орехи в лесу, нельзя собирать какие-то ягоды в лесу. А хуже всего, грибы нельзя собирать. Это что такое? Штраф от 400 гривен. От 400 до 800 гривен. Кошмар какой-то. Как вы к этому относитесь? Я понимаю, что в стране идет война, и многим сейчас совсем не до этих грибов и всего остального. Просто я вообще не понимаю, куда мы катимся. А что будет дальше? А с чем это связано? Почему нельзя собирать это? Что в этом такого? Вообще в голове у меня не укладывается, шок. Главное, насвистывает. Прям напевает, храп такой. Днем у нас вышло солнце. Шикарные машины. Люди все в субботу отдыхают, выходные. Вы это видео, наверное, увидите в воскресенье или в какой-то другой день. Многие думают, что я день в день снимаю видео, но, к сожалению, так не получается. То есть снимаю день, на следующий день выкладываю. Чаще всего так. Мы пошли гулять, пока хорошая погода. Крайне редко выдаются дни, когда солнышко. И когда я вижу солнце, я оставляю все домашние дела. Поставила в духовку запекаться овощи. Хочу сделать типа икры овощной. Такое все на свете туда намешаю. И решили пойти прогуляться. Пообщаться с вами. Надеюсь, вы расположены на общение со мной. Красивые дома. На втором этаже так балкончик с растениями, с цветочками. Кто-то ковыряется где-то. Мы с Аби идем на прогулку такую. Ночью было так холодно, что я уже думала, ну точно зима пришла. И утром вышла с Аби гулять, руки от холода просто сводило. Смотрите, какие тут красивые дома. Тут в основном одни швейцарцы живут. Красивые очень дома. Есть местами немножко запущенные во дворах. Машины такие интересные. Стригут, как интересно, забор на высоте. Поснимаю вам немного, какие тут привычные дома для людей. Аби дергает камеру, но скоро она дергаться не будет уже. В плане не Аби, конечно. Аби все так же будет дергаться и скакать. Камера не будет дергаться. Мне нравится такая система заборчика. На этих плитках растения растут. Роскошно смотрится
такая живая изгородь. Хорошо очень, приятно. Надеюсь, вам видно сады, огороды у людей. Красивые дома. Террасы, выходящие в сторону гор. Тут вообще шикарная капуста. Ой, какая здесь капуста. Я не знаю, слышно вам меня или нет, потому что я иду на своей волне, балдея от этой красоты. Но это просто. Мы когда с папой были на Шри-Ланке, покупали там семена пальмы и отправили Саше в Днепр. Что вы думаете? Ничего, оно не проросло. Никакая семечка от этой пальмы, от разных этих пальм. Как они их выращивают, наверное, надо покупать уже подросткам. Часто можно увидеть такую пустую территорию. Ну, это здесь, за городом, где я живу. И люди там выпасают овец, коз, коров. На такой маленькой территории не выпасешь. Как интересно, вот так украшают возле дома. Как жар-птица, павлин какой-то. Парковка для машины такая накрытая. Машина какая-то грязная, или на ней не выезжают. Огородики, огородики. Мусорники, помимо огородиков. Но видите, какие мусорники. Все закрыто. Все так, чтобы не пахло. И оно не пахнет здесь. И нам очень важно научиться этому. И все, кто вернутся назад домой в Украину, отсюда, из других стран, должны, я так думаю, перенять эту систему. Я помню, год назад, когда я ездила домой в Украину, мне все время уже хотелось сортировать тоже так мусор. Выбирать, где пластик, где бумага. Правда, куда его кидать, если у нас не предусмотрена такая опция, как сказать правильно. А мы пошли немножко тут по детской площадке, по скверику пройтись. Это у нас тут в селе, в деревне в этой. Просто немножко на солнышке побродить. Витамин D3. Подумать и подышать свежим воздухом. Даже так в деревнях все ухожено. Детские площадки, где можно выйти с маленьким ребенком погулять. Правда, хотелось побольше каких-то, наверное. Но так, в принципе, качалок, хотела сказать, качели, карусели. Видите, солнечные батареи. Так вот, красота неописуемая. Прекрасное чистое небо. Для разного мусора тоже. Какие-то ящики. Вот с биомусором немного есть запах, потому что оно стоит, видно, бродит потихоньку. Какие-то интересные трубы, вытяжка откуда-то или куда-то. Почти на каждом доме так, солнечные батареи на крышах. Все, сейчас будем возвращаться потихоньку назад. Аби замерзла. Я ее покупала. Она еще до конца не высохла, не захотела сушиться моим феном. Боится она его. Ой, смотрите, какой дракоша. Дракоша.
комментариях кто-то мне написал, ваших видео только и слышно. Интересно, интересно, люди интересные, дом интересный. Да, мне все интересно. И вроде иногда здесь хожу, но каждый раз что-то вижу для себя новое. Не сильно часто я здесь хожу. Наверное, летом последний раз была. Так время все время не хватает. Небольшая качелька для детей. Виноград уже такой дикий. Покраснел, поменял свой цвет. И мы с Аби. Мне прям не верится, что у меня 3 выходных. И как многие там пишут про какие-то диагнозы, я вычитала себе диагноз, что есть такое состояние, когда нет сил на развитие. Прокрастинация. Что-то такое, какое-то название. Вот мысли есть в голове, их надо записывать. А дальше, когда найдутся силы, заниматься своим развитием и хоть по чуть-чуть что-то делать. Так вроде стараешься язык учить, а оно в голове, просто не находишь в себе силы это запоминать. Люди наводят порядки в частном секторе. Надеюсь, я камеру не закрыла рукой. Так выходной день. Тишины нет нигде. Из дома сюда в квартиру, а тут запекаются овощи. Аромат стоит бесподобный. Но вижу, что брокколи потемнело. Наверное, она не годится для таких запеканий. Не знаю, чем в доме мыть нормально стекла. Получается, у меня есть один спрей, я покупала. И так вот я ним почистила все, помыла окна. Вроде на вид все идеально, все хорошо. Но когда выходит солнце, эти стекла такое ощущение, или они поцарапаны, или они потертые такие. Но на них видны какие-то странные разводы. И что я только не пыталась сделать. А видите, какая погода? На улице светит солнце, но при этом подтягиваются темные тучи. Такая погода. Холодно на улице. По крайней мере, уже чувствуется приближение осени. Кот какой-то подпрыгивает, или мне кажется. Сейчас понаблюдаем. Всем спасибо за ваши лайки, за комментарии. Комментируйте, пожалуйста, все мои видео. Я рада всегда вашим комментариям. С удовольствием при первой возможности их читаю. И это способствует продвижению моего канала. Всем спасибо огромное. Всем пока-пока. На обед очень вкусный куриный суп с вермишелькой. И такой смешной салатик себе сделала на хлебушке. Хлебушек, помидор, соль, чесночок и немного сметаны. Как-то так. Моей сестре скоро день рождения. И у нас вот как-то в семье так принято, что мы не дарим какие-то спонтанные подарки. Возможно, это у меня так принято, это я так говорю, высказываю свое мнение. Почему так? Потому что какой-то период жизни дарили подарки и не всегда угадывали. Надо, но не надо. К примеру, какая-то одежда или там какой-то парфюм или какая-то косметика. Потом этим не пользуешься и смотришь на эти вещи, и только остается какой-то... Сожаление от того, что потрачены деньги,
можно было что-то купить такое, что радовало бы, и чтобы я использовала. Короче говоря, не знаю, что подарить сестре. И понимаю, что лучше спросить. Я стараюсь всегда спрашивать, уточнять. А вы как вот... Ну, возможно, мы не настолько близки для того, чтобы так вот прям чувствовать друг друга и дарить наугад. Ну, я знаю, что она очень любит разный парфюм, любит очень разные крема, средства вот такие вот, что это лично ее, это ее радует. Но купить наугад, я не знаю, подойдет оно ей, не подойдет, понравится или нет. А человек может что-то другое хотеть. Вот, к примеру, на свой день рождения они мне подарили деньги, я купила себе рюкзак. То есть, ну, я сама выбрала тот рюкзак, который я хотела, потому что один человек бы, наверное, не смог бы мне его оплатить. Он не дешевый был. И я выбрала сама себе на Zalando, заказала потом и купила его. Вот, ну, как-то и с радостью теперь ношу этот рюкзак и вспоминаю своих родных, которые мне сделали такой подарок. Как-то так. А вы как поступаете в таких ситуациях? У меня вышла такая икра. Все это я перебила сейчас в блендере. Добавила уже чесночка немножко. Сейчас еще добавлю соль и протушу немного на огне. Не знаю, добавлять лавровый лист или нет. Что-то мне не хочется. Мне кажется, что лаврушка сильно термоядерная и перебивает вкус всех овощей. Наверное, попробую без лаврушки, а там видно будет. Приготовила себе небольшой судочек шуба, салата и уже почти готова икра. Икра дотушивается еще чуть-чуть и уже буду выключать. Я обычно ее кушаю, подсушиваю хлеб, типа тостера делаю, с хлебушком кушаю. Разбудила Аби. Спит без задних лап. Укрылась. Скажи, старость не радость, да? Такая смешная собака. Собака целовака. Правда, уже не целуется. Все время спит. Максимум так игрушку принесет, положит и сразу спать уляжется. Аби, а вкусняшки будешь кушать? Вкусняшки, пошли вкусняшку какую-то дам, будешь? Глаза округляются, округляются. Вы знаете, на этом предприятии, где я сейчас работаю, сколько людей уволили. И... большую очень роль в какой-то степени сыграло то, что они вот ходили, жаловались, рассказывали, что тот как-то не так себя ведет, тот кричит, тот еще что-то. Руководство на этом предприятии, наверное, нестандартное. Там так принято. Там это норма считается. Если для других людей это считается не норма, здесь на это все закрываются глаза, потому что это группа людей, они и делают свою работу. Они не то, что они не делают. Просто они ее делают так, что это выглядит, как будто делает один человек, лидер их. И этот лидер всегда на коне. И всех это все устраивает. И это видит руководство. Все их устраивает.
И все, кто ходил, жаловался до этого там на филиппинцев, еще на кого-то, очень быстро с этого предприятия уходят. Возможно, они уходят не только потому, что там они не нравятся руководству. Я думаю, что у них просто лопается терпение, и у них есть возможность устроиться на другое предприятие. Поэтому они уходят. Жалуются, уходят. У меня нет запасного варианта на данный момент с работой. И срав, я не знаю, как это будет. Не знаю, правда или нет, вот как пишут там, что РАФ этот посылает везде, где никто не хочет идти на работу, где не берут, не идут, вернее, туда люди сами по себе на какие-то тяжелые уборки, там еще куда-то. Типа РАФ заставляет, отправляет. Вот я вообще такого не хочу. И вроде устала тоже в этой фирме работать. В то же время не вижу пока никакого другого варианта. И работу продолжаю искать. Так что жаловаться и ходить рассказывать на этой фирме это ничего не даст. Только себя этим опускаешь вниз. У меня сегодня такой обед на работе. Картофель с картошкой, немножко соуса, песто, салат из свеклы и какая-то новая паста, приготовленная итальянцем. У меня сегодня был незапланированный заход в магазин. Значит, в Копе я купила разных помидор, как я люблю. Темные, оранжевые. Короче, я набралась. Ну, люблю я эти помидоры. Понимаю, что может их лучше не кушать там и так далее. Пока еще есть нормальные помидоры, решила взять. И такая упаковка у меня вышла здесь. 862 грамма на 6 франков. И полкило на 3,60 розовые помидоры. По акции в Копе было мясо. Короче, вроде говядина. Попробую ее пожарить просто на сковородке. 7,25 цена. Я взяла филе куриное 600 грамм за 6,20. Если что, Аби поест. Короче, чек у меня вышел на 26,20. Такие цены. То, что по акции было. Томаты. А, еще был соус барбекю. В этом все. Все-таки нашла я барбекю, потому что то, что я до этого взяла вчера, был обычный чили, соус сладкий. И зашла в турецкий магазин. Купила спагетти. Спагетти франк 60. Укроп. Большая упаковка 2,5 франка. Мне больше нравится в турецком магазине брать. Потому что в супермаркетах в два раза меньше пучок и стоит дороже. Даже там, наверное, 10 грамм, а здесь 30 грамм. Кукуруза огромная, 2,95. Чего-то подумала, что в турецком магазине должна быть вкусная, если она с Турции. Капуста. Франк 75, наверное. А нет. Пытаюсь разобраться в этом турецком чеке, понимаете? Наверное, капуста 798, вот это вот первая грамм. Франк 20.
95 копеек. Огурцы точно по 4,95 на франк 75, три больших огурца. Ну, не сильно больших, средних таких взяла. И гвоздь программы. Две скумбрии взяла. Обычные, свежие. И получается, за скумбрию цена 12,95, 13 франков. Две рыбинки у меня вышло на 560 грамм, 7,25. Я их себе посолю. И будет у меня пюрешки. Море удовольствия.